Санаторий Кирова в Ялте с удовольствием отдыхают семьи с детьми любого возраста. На огромной, около 5 гектар территории парка из 3000 кипарисовых деревьев и других реликтовых растений есть и современная детская площадка с каруселями, качелями и тренажерами. В санатории есть свой открытый теннисный корт с грунтовым покрытием, где можно заниматься самостоятельно или с опытным тренером. Но самая большая радость для детей в летнее время – это открытый бассейн с детской зоной, где маленькие дети могут плескаться в безопасности. Столовая предлагает трехразовое питание по системе «Шведский стол». В столовой санатория Кирова много вкусных блюд для детей. Это и блинчики, и пончики, и другая выпечка из собственной пекарни. Это и безглютеновый хлеб, молочная линия, свежевыжатые соки, морсы, каши и мюсли, и многое другое. Дети до 3 лет размещаются и питаются в столовой бесплатно. Дополнительная плата за их питание санаторием не взимается. Детям от 3 до 5 лет дополнительно оплачивается трехразовое детское питание. Дети до 3 лет размещаются с родителями без предоставления медицинских услуг. Детская кровать может быть предоставлена для ребенка до 3 лет с фиксированной оплатой за весь период пребывания. В номерах с дополнительным местом дети от 3 до 5 лет размещаются без доплаты за дополнительное место. В номерах без дополнительного спального места может быть предоставлена детская кроватка или раскладушка за дополнительную фиксированную плату на весь срок пребывания. Дети с 5 лет и старше размещаются на основном месте, согласно прескуранта, на общих основаниях. В санатории Кирова работает детская комната или детский клуб Kids Club, где родители могут оставить своих чад, пока сами проходят процедуры. В комнате работает профессиональный воспитатель. Здесь дети могут посмотреть мультфильмы, поиграть в развлекательные игры, пообщаться друг с другом. Тут проводятся конкурсы, викторины, развлекательные и познавательные игры, уроки мастерства по лепке, танцам и рисунку. Также мастер-классы для детей постарше и взрослых проводятся в фойе клуба-столовой. Это всегда интересные и познавательные творческие классы, иногда и уникальные. Каждый день аниматоры проводят подвижные тематические игры на площадке у бассейна. Проходят детские дискотеки, концерты, танцевальные и музыкальные конкурсы. Праздники Нептуна. Приезжайте к нам всей семьей. Вашим детям не придется скучать. Они будут вспоминать отдых в санатории Кирова в Ялте и мечтать приехать к нам снова и снова.